В Засвияжском районе Ульяновска открылся Центр молодежного инновационного творчества «Инженерная мастерская». Новый центр позволит детям и молодежи погрузиться в проектную деятельность в сфере высоких технологий, получить профессиональные навыки в области робототехники, 3D-моделирования и прототипирования. Центр молодежного инновационного творчества «Инженерная мастерская» создан на базе действующего детского технического центра «Инженерка». Здесь мы с детьми занимаемся по направлениям робототехники, электроники, программируемой электроники, просто программирование. И одно из трех направлений работы именно ЦМИ – это будет работа с детьми. Незабытые взрослые – они вторая целевая группа работы центра. Оборудование, которым оснащен центр, позволяет реализовывать самые амбициозные проекты. Из первых двух направлений логично следует третье – работа с предпринимателями. Они могут стать заказчиками различных приборов, роботов, идей и решений для выведения своего бизнеса на новый уровень. Важность проекта признана федеральными властями. Мы поддержали эту инициативу, и правительство одобрило финансирование в сумме 1 200 000 рублей. Кроме того, нам удалось убедить федеральный центр в эффективности и целесообразности создания четвертого центра. Сегодня в регионе работают 3 центра молодежного инновационного творчества. Каждый из них уникален по оборудованию и направлениям деятельности, которые соответствуют атласу новых профессий, созданному агентством стратегических инициатив. ЦМИТ «Прогресс» в Дмитровграде специализируется на работе с беспилотными летательными аппаратами. ЦМИТ «Воплощение» на базе опорного вуза на металлообработке. ЦМИТ «Открытие» в Заволжском районе – виртуальная реальность и прототипирование. Средний охват детей и молодежи, пользующихся услугами центров, составляет в среднем 700 человек ежегодно. Четвертый, открывшийся сегодня центр, не отстанет от остальных. Детям здесь интересно. Я планирую сделать сейф, который будет открываться, если приложить пальцы. Если, например, палец будет не тот, отпечатка пальца, то сейф не будет открываться. Сделать в реальности то, что видел только в фантастическом кино, это увлекательно. Кто знает, возможно, будущее техники следующего тысячелетия закладывается именно здесь и сейчас. Программа развития центров молодежного инновационного творчества стартовала в Ульяновской области в 2013 году. Именно тогда был открыт первый такой центр на площадке Ульяновского государственного университета. Был открыт центр воплощения. Эта практика показалась нам, на самом деле, очень эффективной, востребованной со стороны, причем детей не только младшего, да, но и среднего возраста, студентов, поскольку Центр молодежного инновационного творчества отличается от простых кружков там, технического творчества, моделирования, которые были раньше, тем, что здесь используется оборудование уже профессиональное. Не просто конструкторы и оборудование для школьных лабораторок, а, например, печь, которая плавит и прессует стекло. Что и говорить, даже ленточку, традиционную для каждого открытия, здесь резали настоящим лазером. Занятия в новом центре уже начались. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.